В день проведения мероприятия в Доме Российского исторического общества, напомнил собравшимся Сергей Нарышкин, ровно 75 лет назад передовые части Первого Белорусского фронта, преодолев ожесточенное сопротивление врага, прорвались к стенам Рейхстага. Победа в самой кровопролитной войне в истории человечества была как никогда близка. Последний бой в центре Берлина продолжался 3 дня, и на рассвете 1 мая над куполом Рейхстага взвилось красное знамя победы, символ такого исторического триумфа нашего народа, триумфа многонационального государства Советского Союза. В преддверии 75-летия победы собравшиеся обсудили ход и реализацию многочисленных проектов, приуроченных к 9 мая. Так, все ветераны и инвалиды Великой Отечественной будут обеспечены бесплатными мобильными телефонами с безлимитным тарифом. Этот проект инициирован Оргкомитетом партии «Единая Россия. Наша победа», Министерством цифрового развития, связи и массовых коммуникаций, Всероссийским движением «Волонтеры Победы» и был поддержан ведущими российскими операторами сотовой связи. Этот телефон – средство оперативного реагирования и экстренной помощи. В этот телефон будут занесены все необходимые для каждого фронтовика полезные номера тревожных служб, дежурных служб, лечащего врача, закрепленного за ним соцработника. Наличие такого телефона с уже занесенными в память нужными номерами позволит фронтовику, не теряя секунды, которые, увы, могут стоить и жизни, связаться и сообщить о существующей у него проблеме и попросить о помощи. В общей сложности такими телефонами по стране будет обеспечено порядка 52 тысяч ветеранов. Они не только получат их совершенно бесплатно, полностью бесплатными для них будут и услуги связи. Вместе с телефонами ветераны получат и именные номерные сертификаты, которые необходимо будет принести в ближайший офис любого сотового оператора для подключения. В этом ветеранам помогут волонтеры. Организовали взаимодействие с операторами подвижной радиотелефонной связи, большой четверкой так называемой, проработали с ними возможности передачи в качестве благотворительного пожертвования 52 тысяч мобильных телефонов и проработали также услугу связи, пожизненную, безлимитную связь для каждого ветерана, участника данной акции. На сегодняшний день все телефоны переданы, тарифный план утвержден, и в офисах связи мы ждем ветеранов для заключения возможности использовать уже такое вот новое средство связи. Первая партия телефонов для ветеранов уже отправлена в регионы, в частности, в Республику Карелия. Доставку по стране помогают осуществлять РЖД и Аэрофлот. Но окончательно все телефоны раздадут только тогда, когда ситуация с пандемией коронавируса улучшится. Конечно, волонтеры Победы помогают ветеранам не только в юбилейный год Победы, не только 9 мая. Мы это делаем постоянно, системно. И по нашему опыту мы видим, что, наверное, самое важное, что сейчас нужно из потребностей ветеранов, это простое человеческое общение. Поэтому вот этот проект по выдаче бесплатных мобильных телефонов и бесплатной связи, и стационарные, и сотовые, он как раз и поможет обеспечить связь и с волонтерами, и с родственниками, которые проживают в других городах, а возможно и в других странах. Ну и, конечно же, это один из способов быстро выйти на связь в случае какой-то экстренной ситуации, потому что мобильный телефон, он предполагает такую возможность, так как на оборотной стороне там есть специальная красная кнопка, при нажатии которой сразу идет автоматический вызов. Несмотря на режим самоизоляции, многие мероприятия, приуроченные к 75-летию Победы, пройдут онлайн. Более того, как заверил собравшихся Сергей Нарышкин, они не завершатся в юбилейном году и будут продолжены. Серия просветительских проектов рассчитана на несколько лет вперед. Один из них, в частности, посвящен подвигу советских кораблестроителей в годы войны. Российским историческим обществом совместно с Объединенной судостроительной корпорацией разработан портал, который называется «Корабелы Великой Победы». На нем подробно описан подвиг тружеников тыла, рабочих, конструкторов, инженеров, обеспечивающих боеспособность нашего военно-морского флота в годы Великой Отечественной войны. Я, кстати, напомню, что даже в годы блокады Ленинграда на ленинградских верфях строились и ремонтировались корабли. И прямо со стапелей, из ремонтных доков, они шли защищать город
и драться с врагом. Кроме того, в рамках проекта «Шаги Победы» на сайте Российского исторического общества регулярно размещаются материалы о событиях Берлинской наступательной операции. Воспоминания и документы передают атмосферу весны 45-го, чувство скорой победы. А в социальных сетях по инициативе партии «Единая Россия» стартовала онлайн-акция «Открытка ветерану». Ведется и прием заявок на конкурс работ школьников «История семьи. История победы». Продолжается конкурс педагогического мастерства «История в школе. Традиции. Инновации». И список подобных мероприятий будет только расширяться. Служба информации фонда «История Отечества».